Зачем мне аптечка? У меня мама врач. Я ехал по Балахне не 60 км в час, а 90, потому что какой-то нахрен город. Да я стопудово на зеленый ехал. У меня вон свидетелей. Полный перевернутый пазик. О, это опять вы! Я сейчас все объясню. Я ехал, увидел в зеркало быстро приближающийся ко мне автомобиль КРАС. И все, я решил, что мне капец, все. И решил перед смертью немножечко выпить. Ну, сандалил бутылочку водочки. Ну, естественно, я сейчас пьяный, как бы. А КРАС меня объехал. Отпустите меня, пожалуйста, а? Да нормально, я, чё в неё дуть? Дуйте в трубочку. О, давай ещё. Я оставил свою машину возле центрального входа в мэрию, потому что временно, в силу независящих от меня обстоятельств, я решил, что я мэр. Мэр. Я. Командир, может, я поеду? Так, вы нарушили, и поэтому наказание не заставит себя ждать. Но мой плод, свиты из песен и слов, всем моим бедам назло. Слушай, я сказал, в общем, не так уж плод. Слушай, но мой маленький плод. Свиты из песен и слов. Не надо, пожалуйста, не надо. Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Почему нарушаем? Мы нарушали. Мы нарушали. Мы правильно мы, все. Мы ехали. Мы еле ехали. Мы ездили. Всегда. Просто. Все время не нарушаем. Конечно. Мы никогда... Права есть на машину? Права. 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 Не права. Не права. А съел. Права всегда мне сестра дает? Конечно. Говорит, ну, на. Курить есть, да. У вас? Курить есть у вас? Есть у вас? А у вас? А у вас. А у нас, мы не курим. Я курю. Конечно. Нет. Он не курит, а я не даю, поэтому никогда. Что везете? Мы в этих самых, как, кукурузы. Куда едете? Страх. Что везете? Ну, забор, кукурузу, кукурузицу. Кукурузу, скажи. Кукурузу.